Людмила Брусинская – преподаватель с 38-летним стажем. В предметы русский язык и литература влюбилась еще в юном возрасте. Уже тогда она представляла себя в роли своей любимой учительницы, копировала ее поведение, а потом твердо решила воплотить детскую игру в реальность. Я приходила домой, я себе делала такие журналы самодельные, записывала списки учеников, выставляла оценки. И самой большой радостью и вот гордостью для меня было, когда я выпрашивала у Александры Павловны хотя бы 2-3 тетрадки моих одноклассников и сидела дома, проверяла их красной пастой. Это для меня было самое большое развлечение. В Когалым Людмила приехала в 1983 году. Начинала работать в первой школе, затем была вторая. А в 93-м, когда открылась многопрофильная 8-я общеобразовательная, перевелась туда, где и по сей день обучает детей. Сомнения были, разочарований только не было. Были какие-то грустные моменты, потому что с дисциплиной у молодых не всегда все получается. Но разочарования в том, что я стала на этот путь, никогда не было. Чтобы стать учителем с большой буквы, мало любить свою профессию. По-особенному нужно ценить и тех, кому ты хочешь передать свои знания, говорит Людмила. И чтобы не просто заставлять детей читать, а именно заинтересовать литературными произведениями, у опытного учителя есть свои проверенные методы. Я вообще такой любитель театра. Я сама когда-то занималась театром и занималась театральной деятельностью. Ну и вот такие у меня артистические немножко способности остались. Поэтому я пытаюсь обыгрывать героев. Я пытаюсь даже как-то так вот визуализировать этих героев. Ну, я думаю, детям это нравится. А им действительно нравится. Как рассказали учащиеся на уроке, к Людмиле Владимировне все идут с удовольствием. Многие полюбили этот предмет благодаря профессиональной подаче педагога. Наша учительница русского языка и литературы Людмила Владимировна – это высококлассный специалист, это замечательный педагог. Она дает потенциал у некоторых учеников полностью раскрыться и реализовать, так скажем, свои амбиции. Людмила Владимировна – замечательный педагог, и мы с ней занимаемся с 5 класса. И с самого начала она увидела даже в не самых успевающих учениках очень большой потенциал и помогла им его развить. И теперь у нас очень высокая успеваемость у класса. Людмила Владимировна очень квалифицированный педагог, и с другой стороны, она прекрасна как личность, то есть как человек, с ней можно поговорить, она всегда поможет. Мне очень нравится литература, особенно с Людмилой Владимировной. Людмила Владимировна воспитала сразу несколько поколений учеников. Многие, даже спустя годы при случайной встрече, всегда находят время, чтобы поговорить с любимым преподавателем. И еще одна особенность. В рядах нынешних учащихся есть и дети тех, кто когда-то, будучи ребенком, сидел за партой на уроке Людмилы Брусинской. Педагог с улыбкой говорит, что будет рада видеть на занятиях и внуков своих бывших учеников. Анна Корязина, Николай Гаркуша, специально для новостей.